Весь северный берег практически усеян катерами. А все потому, что... А вот это... Это и есть то самое ковровое болото. Ну и вид отсюда, ну, так довольно-таки серьезный. В копилке впечатлений, полученных нами в ходе совместных экспедиций в составе команды «Русский экстрим», появился портрет села Турачак. Правда, пока еще в виде наброска. Вот еще пара штрихов, и маршрут для летних путешествий туристов будет окончательно готов. Итак, штрих первый. Каждый, кто приезжает в Турачак впервые, сразу же обращает внимание на живописную гору, возвышающуюся над селом. Это визитная карточка этих мест. С ней связано много легенд, и даже название этой горы овеяно тайной. Салоп, распахнутый халат, так официально переводится это слово с алтайского языка. Какой халат? Почему халат? Спрашивают растерянные туристы у местных жителей. А те в ответ чаще всего пожимают плечами, мол, всегда так было. Впрочем, смотря какой временной промежуток, понимать под «всегда». Дети у нас проводили исследование, почему Солоп именно гора называется. Ведь Солоп – это русское название, а гора-то вообще это коренное название, это Кюзентаж, гора рода Кюзен. А вот наше название – Солоп. И мы тоже не могли понять, почему именно Солоп. Оно не похоже на халат, на вот этот, который Солоп. А оказалось, что когда двигались переселенцы, вот эта миссия, они спрашивали у местного населения название горы. И местное население спрашивало у них «Солок», то есть «лежащий слева». Но для русского уха «Солок» очень сложное название, то есть фонетически оно звучит не так. И они переделали его на именно на название «Солоп». То есть алтайцы не говорили, как называется гора, они спрашивали у них «Вот та гора, что слева». По легенде рода, когда-то проживающего на этой территории, гора является источником жизни. Она считается началом, корнем рода. У этой горы есть двери, и когда она расстегивает пуговицы своего халата, выпускает из недр птиц и зверей. Есть еще одна версия появления названия «Солоп». Солоп – солоп. Соль – символ солнца, буква «О» означает «круг», «вхождение», буква «П» – «ворота». Слово «солоп» таким образом можно перевести как «вхождение энергии солнца в ворота». Испокон века считалось, что гора оберегает племена, живущие у ее подножья. Ну а когда здесь вырос Турачак, Солоп также стал оберегать и село. Кстати, высшая точка одной из вершин горы – 1200 метров над уровнем моря. Но столь небольшая высота относительно других вершин Алтайских гор не помешала Солопу стать знаковым местом. Эту гору люди всегда оберегали и очень почитали. Называли ее никак не иначе, а храмом солнца. Поговаривают, что много-много лет назад на этой вершине стоял храм. Люди шли туда со всех концов земли, потому что это место несло исцеление не только духа, но и тела. Если внимательно посмотреть на гору весной или осенью, можно увидеть огромные ровные круги, напоминающие круги солнца, через которые якобы и шел поток исцеляющей энергетической силы. В хорошую погоду с этой горы Турачак виден как на ладони. Подняться летом на смотровую площадку и убедиться в том, что наши слова об энергетике горы – чистая правда, может любой начинающий турист. Удивительная гора, красивая, загадочная и веет от нее покоем. Рядом с ней не чувствуешь тревоги, как это иногда бывает, когда находишься поблизости с горной вершиной. Штрих второй. Река Лебедь. Мы познакомились с ней еще на рыбалке, а вот рассказать о ней вам подробнее пока еще не успели. Необычное небесное имя досталось этой реке от древнего племени челканцев. По-другому их называли лебединцами. Ведь, по легенде, родоначальник этого племени был когда-то прекрасным белым лебедем. Свой путь лебедь начинает на Абаканском хребте. Река считается самым крупным притоком второй по величине реки в республике Бии, впадает в которую, преодолев 172 километра, чуть севернее села Турачак. В нижнем течении берега Лебеди удивительно живописны. Скальные образования, напоминающие то ли доисторических животных, то ли горных духов,
высоко поднимаются над спокойным течением реки, отражаются в ней, как в зеркале. Летом в районе Турачака полупрозрачная, нежная, изумрудно-зеленого цвета вода лебедей иногда прогревается до плюс 25 градусов. Галечные песочные природные пляжи, живописные пейзажи, чистый воздух с ароматом сосновой смолы, теплая вода, интересная увлекательная рыбалка – это все привлекает сюда туристов. Ну а местные жители так любят реку, что изображение лебедей в селе можно увидеть повсюду. Мы прощаемся с гостеприимной Турачакской землей. Говорим ей спасибо за те открытия и впечатления, которые она нам и вам подарила. Но мы еще не прощаемся с вами, потому что по дороге к Думе у нас будет одна очень интересная и необычная встреча. Так что еще увидимся. Наша экспедиция называлась «В снегах Турачака», но за несколько проведенных в селе дней солнце довольно успешно поубавило снежные запасы такой долгой в этом году зимы. Назад возвращаемся по почти сухому асфальту. Удивительный берег и необычная скала, и неожиданный иконостас. Иконостас не в том смысле, что здесь на этой скале изображены лики святых. Здесь изображены лики целой эпохи. Эпохи, в которой выросли наши родители, деды. Часть нас выросла. Некоторых в эту эпоху родились дети. И вот лики на этой скале. И с ней связана удивительная история. Иконостас – природная достопримечательность. Скала на правом берегу реки Бии в 7 километрах от Турачака и 180 от Бийска. А название свое этот утес получил благодаря барельефу Владимира Ленина. На высоте 40 метров в самом центре скалы высечен профиль Владимира Ильича на фоне красного знамени и лозунг, выписанный большими буквами. Имя Ленина, его дело, труд и учение будут жить вечно. Создатель барельефа – турачакский учитель Иван Сычев. По местной легенде, вскоре после Великой Отечественной войны Сычев тяжело заболел и решил оставить о себе память – выбить в примечательной скале на берегу реки барельеф вождей партии. На работу ушло несколько недель, и в результате появились изображения Ленина и Сталина. Портрет последнего был сбит в 1957 году после осуждения его культа личности. Ну а в 1978-м иконостасу присвоен статус комплексного памятника природы республиканского значения, имеющим научную, эстетическую, туристическую и историческую ценность. Ну а саму историю его создания сегодня, к сожалению, помнят уже немногие. Утес, украшенный портретом вождя, сам по себе уникален. Это отвесная 80-метровая стена, сложенная ну-и-ну еще девонскими гранитами. Окружена скала с одной стороны сосновыми и смешанными закустаренными лесами, с другой стороны шелком струятся воды Бии. У подножья утеса и на его склонах растут 15 редких видов трав и цветов. Ландшафт окрестности горно-долинный. Рассказ о скале с неожиданным названием «Иконостас» стал последним штрихом к портрету Турачака и его окрестностей. Наша экспедиция завершается. Кстати, для Александра Носова она стала спортивно-туристическим дебютом. Понравилась сама экспедиция, ну и, соответственно, сам коллектив. И в дальнейшем все экспедиции, которые будут планироваться, я поеду только с русским экстримом. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот одно дело предполагать, сидя в городе, и другое дело, когда ты уже выезжаешь сам непосредственно в такие вот экстремальные условия, вот активный отдых,
то дело, которое ты начал и которое как бы сейчас, которым занимаешься, оно необходимое в наших географических условиях, в нашем климате, в нашей природе, для наших людей, вот таких вот ненормально аномальных, как русский экстрим? Ну, я считаю, что да, конечно. Как бы в наших магазинах много товара, без которого невозможно обойтись на природе, в экспедиции. Просто сев на велосипед, уехать куда-то экспедиции не получится. А здесь, я считаю, в отношении все полное. Я считаю, да. То есть от снегоходов, начиная от снегоходов, заканчивая лопатками, ну, да, ложками, от кружками. От техники, от экипировки. Ну, все любые мелочи, да, все термокружки, там, палатки, ну, полностью. Вот теперь действительно домой. Впереди почти 2 месяца обработки материала, и отчет о ней перед вами, зрителями нашей программы. Но будьте уверены, новые маршруты будут обязательны, и разрабатывать их мы стали еще по дороге в Бийск, так что встретимся через неделю. Партнер телепроекта – магазин «Активный отдых Алтай». Предлагаем приобрести технику BRP в рассрочку, квадроциклы модельного ряда 2014-2015 годов и снегоходы 2015-2016 годов. Просторы Алтая ждут вас, а мы ждем вас. Магазин «Активный отдых Алтай».